поехали в магазин. Тебе? Давай. Давай. Что это такое? Какая-то вкусняшка. А сейчас будет нам чай кофе наливать. Зеленый чай улун. Молочный улун. Нет, вы просто... Это другой, вы аромат, по-моему. Мы пили обычный улун. Да, это прям молочный. Это как раз вот какашки. Слона. Нет, это какашка куница. Это куница, это слона. Они называются айвори. Айвори — это слона какашки. Артишок. Да. Он, кстати, очень такой своеобразный. Это маленький один. Он для чего? Надо печень вообще. А, печень чистит, да? Печень и желчь. Один из самых лучших. Артишок. Но мне кажется, он как-то вот для особо не попьешь так. Если только в лечебных целях какой-то, он такой вот своеобразный по вкусу. Три раза в день, до трех раз в день. Какао. Какао. Фен, да? Вот далеко, вот так, 5 минут. Молочную лун доберем. Ой, какая интересная прелесть. Это цены. Артишок, чай. Ну так, так. Двести. Артишок в пакетиках. Сладости. 35. 40. Галина Антоновна, это киви. Это киви, оказывается, зеленый. Самые чистые. Еще такие чипсы есть по 30. Чай с ромашкой, даже на русском написано 50. Ну, тысяч. В рублях, напоминаю, мы отбрасываем 4 нуля. И умножаем на 4. Может, какой-нибудь сироп? 40. 100. Уговорила меня мама купить молочный улун. Получается, мы взяли 600 грамм по 200. Заплатили 360. В рублях это примерно 1600 рублей. Так точно, как она хозяйка рассказывала, она рисована своя только на 50% похожа в европейский вот такой тонга, да. И который тут потом такой приятный отельчик. Ой, они нравится. Да ладно. Так, приехали в знаменитый Crazy House. Мы стоим, сейчас вы посещение здесь, да, вот здесь закрыто, за 3 года карантина, она пока ничего не сделана, за этого вы так вот крупный такой, сейчас пока я провожу вам, который за 3D, после за 3D вы будете направо, налево, наверху, только кто наверху осторожно со ступеньки, я уже показал и рассказывал. Сейчас прямо я провожу вам зал 3D. Идем в зал 3D, а потом уже дальше гуляем сами. Тот самый знаменитый Crazy House. Так, зал 3D.
Ой, здесь прохладненько. Так. Ну, да, что-то это такое 3D есть. Как будто подводный мир такой вот. Русалка с русалом. Здесь еще и пол. Обалдеть. Не, не нравится? Нравится. А жить нет. Жить нет. Но там двери нет. Как там жить? Днем еще более-менее. А ночью, представляете, находиться вот в этом дурдоме. Туда надо зайти. Но это же можно сделать вот так. Только наша группа здесь ходит. Класс. Ну, он же сказал, что здесь пандемия была очень долго. Давай здесь пройдем. Так, ну вниз, пойдем наверх. Ой, здесь даже еще наверх есть. Пойдем на самый верх. Ой, птички поют. Там даже еще выше есть. Ой, а здесь что? Пойдем выше. Здесь около лестниц. Я говорю, выйдешь из своего номера и потом только по трубу. Придешь. Ага. А здесь я вижу туалет. Вниз. Нет, там есть проход. Я говорю, вниз здесь показывает стрелку туалета. А, вниз туалет. А, ну вот здесь лесенка как раз была, навела вон там вот наверх. Еще есть выше, но мы, я думаю, можем здесь пройти выше. А? Вон там тоже есть выше. Вот. Сейчас, сейчас зайду. Что здесь? Те же самые сопли? Да. Мы поднялись на максимальную высоту. А еще можно выше вот здесь подняться. И вот здесь вот лесенка есть. Здесь лестница. Чего? Тоже интересно. Ой, да. Лестница, лестница, лестница. Тоже интересно. Можешь подняться. Ну, пойдем. А потом вот здесь пройдешь, и вот здесь спустишься. Хотя здесь тенечек подожди. Здесь тоже лестница? Здесь тоже лестница. Не-не-не, стой! Не ходи. Это те же самые лестницы вниз, что здесь. Хотя вот здесь вот тоже лестница. Там лестница. А ты по той спускайся, а я по этой. Какой? Вот на тебя лесенка. Да. Не, ну сбрасывать их точно не надо. Я говорю, поэтому...
были бы чужие, я бы сказала, сбрасывай. Да. Так. Ну да, по этой лесенке спускаться. Ну, мы с тобой на один и тот же этаж спустимся. Я боюсь здесь спускаться. Да нормально, спускайся нормально, что ты? Не-не-не, если только на попе. Ну давай там, где поднималась, спускайся, встретимся. Где там? Сейчас я к тебе выйду навстречу, окей. Между прочим, твоя лестница шире, чем моя. Давай в 3D, спускайся в 3D. Я вот здесь спущусь. Ну да. Называется, кто так строит. Это же какие надо иметь мозги, чтобы так строить. А? Так, тоже наши люди идут. Так. Я здесь. Я сказала, что мы встретимся внизу. Кафе. Пойдем там, спустимся дальше. Здесь тоже интересно. Такая вот лесенка. Называется, кто так строит. Это называется, кто высоты из нас боится больше. У меня здесь лестница, здесь не страшно ходить. Вот. Называется, перебираемся. В соседний. Да. Магазины какие-то там. А кто это того? Тоже с крейзи. Да. Всякой фигней. А мы ползем. А зачем нам? Давай спустимся. А там другая локация. А, там другая локация. Да уж. Может, по номерам пойдем? Пойдем по номерам. Давай вот здесь вот это. Здесь как раз мы спустимся к номерам. Вот здесь спустимся к номерам. Вон он. Пойдем. Иди сюда. Ой, у меня руки-ноги трясутся. Здесь какие-то перила все. Неправильной формы. Да нет, они очень низкие. Я говорю, прям клуб самоубийц, а не отель. Да. Называется, жить хочешь, не будешь. Так, куда идти-то? У нас пятачком. Пойдем направо. Налево мы уже ходили. А, вот номер. Катя. Вот один из номеров. Вон там кровати. А, ну туалет современный. Туалет с ванной. Ну а как здесь спать-то? Ну да, получается, дверей-то здесь как бы вот нет. А, вот они двери. Вот они. А, есть. Есть. То есть можно закрыть все-таки. Mm-hmm. Не, ну номер так относительно нормально будет еще. Mm-hmm. Не могу сказать, что прям крейзи-крейзи. Пойдем дальше. Mm-hmm. Но пахнет в номере очень приятно. Mm-hmm. О, там почему стучать нужно? Где-то почему-то стучат. О, еще один номер. Вот такой вот тигр. Нет, это номер тигр. Вот такой вот. И там вот ванная. Умывальник. Этот номер подороже, но он и поприличнее. Да. Тигр называется. Блин, дальше смотреть номера. Так, где-то здесь самый дорогой. Ой, номер. Только не знаю где. Так. Где он? Я пока его не вижу. Кроме ничего, кроме паутины. И кафе.
А, вон он, может быть. Или вон, наверное, номер какой-то. Пойдем посмотрим. Колесенко, интересно. Не, мы не здесь поднимались. Вон там наверху еще один номер. Так. Господи. А, это совсем маленький номер. А этот номер совсем маленький. Я даже ванная комната здесь не вижу. А, вон. Наверное, там он, да? Ага. Ванная комната. Честно говоря, ощущаю себя немного в дурдоме. Да и люди здесь как-то себя неадекватно все начинают. Вот. Ходишь, называется. А где здесь выход? Реально. Как будто немножко это. Кто-то из нас псих. Так, люди. Называется, мы не против любой нации, но если идут китайцы, то это невозможно пройти. Медленные, огромной толпой ходят. А, ой, проходы здесь узкие. И поэтому мы разминулись. Так, ну я дошла до еще одного номера, не знаю, мы увидели, нет? Мне кажется, мы его, да, мы его увидели уже. Так. Его мы уже видели. Возвращаемся снова назад. Я, честно говоря, уже заблудилась. И этот тоже мы видели номер, это Тигр. Так, мы не поняли, где самый дорогой номер. А, наверное, вот он, самый дорогой двухэтажный номер. Здесь первый этаж, а потом второй этаж еще будет. Ну, то они подняться. Дверь закрыта. А я, нет, я самый дорогой видела. Вон там, вот самый дорогой двухэтажный. А, двухэтажный? Да. А здесь жираф. И, судя по всему, жираф тоже номер. А, ну это тогда где-то там подниматься надо. Сейчас. А, тогда давай. Все, гляну жирафу. А, вот еще один номер, тоже двухэтажный. Я не знаю, как они здесь живут. Мне кажется, здесь очень жарко. А, это не номер, это просто посидеть. Так. Куда я выползу? Господи. Надо же иметь такую фантазию, чтобы построить... А, это что такое? Ты где мы сейчас? В окно ничего не видно. Ну вот, наверное, второй этаж номера. Так. А вот еще и какой-то номер. Судя по всему, да. Номер 8, но он закрыт вообще полностью. И там особо ничего не видно. Так, спускаемся вниз. И, честно говоря, я уже... У меня голова кругом идет от того, где мы ходим. Что мы смотрим? А, это второй этаж был вот этого. Нет, это я номер видел уже. Господи, все. У меня голова кругом. Я в шоке. Не знаю. Я заблудилась. Я не понимаю, где я уже ходила, где я не ходила. Опять жопа жирафа. Какие номера я видела, где я не видела. Что здесь? Есть ли что-то здесь? Я вообще не понимаю уже, где я.
вот здесь вот скамеечка посидеть. Называется для лилипутов. Господи, все. Ну, они же невысокого сами по себе роста. Ну, не настолько же. А вот это? А, вот она что-то еще. А вот как туда пройти? Давай. Так. Ой, а здесь мне больше нравится. Ага. На своей лавочке. Да. А здесь мне прям нравится. Прохладненько. Это ресепшн. Так. Получается, идем вот сюда. Вот. Так. Ой, господи. А, вот тот самый гонг. Мам! Услышала меня, нет? Не слышит. Ну ладно. Хотела сказать, давай побьем в гон. Ну, значит, я просто возьму и вот так вот сделаю. Класс. Так, а там мы были уже. А еще здесь есть вот такие вот пещерки, где можно просто посидеть. Но я бы не сказала, что в них прохладно, но есть фонарик, значит, вечером загорается огонь. Так, мы еще один номер нашли. Такой интересный тоже для номер. Приятный. И там в такой нише кровать. Все, мы выходим отсюда. Из этого крейзи дома. Это стоимость проживания в долларах и в вьетнамских донгах. Различные номера. Их площадь, если вдруг хотите пожить в Crazy House. Дорогие друзья, вот мы и вернулись в Нячанг. У нас ужин на пляже, очень вкусный. Но мы хотим завершить сегодняшний день, сегодняшнюю экскурсию. Аккуратно там, не разлей. Вот. И сказать отзыв. Отзыв об экскурсии в Далат. Еще раз напомню, мы ездили от Катюша Тур. Давайте вещайте. Ну что, ну, во-первых, Катюша Тур, они прям рядом с нашим отелем, поэтому это самое первое, в общем-то, у кого мы взяли. У них цена очень хорошая. А теперь об экскурсии. Мне экскурсия понравилась безумно. Это... Несмотря на все наши такие минусы, которые мы называли во время. Мне очень понравилось. На нее один раз стоит съездить. И мы посмотрели данный город и, в общем-то, решили, что когда поедем в большой трип по Вьетнаму, то обязательно в этот город на пару дней заедем. Он того стоит. Да. Это прям вот маленькая Франция, правильно все это называют. Да. Прям там все чистенько, все стильненько, вот такой релакс. Да. По поводу того, ну, как бы самой экскурсии. В общем-то, все локации очень интересные. Увидеть их интересно. Для людей, которые любят делать красивые инстаграмные фотографии, это прям вообще. Вот must have. Нет, там многие, особенно, ну, у нас группа была небольшая, по-моему, у нас человек 8, что ли, 9 было. Вот, были девочки, которые... Ой, здесь у меня сфотка, здесь у меня сфотка, и это я хочу. А им молодой человек, либо муж говорит, слушай, у тебя уже 50 фотографий. Пусть будет 52. В общем, для людей, которые вот нравится делать фотографии, это прям это, вот да. Идеальное место. Места там красивейшие.
Единственное, вот мне бы, я, конечно, думала, потому что раньше читала, что завозят все-таки на кофейную фабрику. Но в этот раз не завезли, но зато мы купили потрясающий чай. Чай Улун. Хотя он там сказал, что уже давно не завозят. Это было до пандемии, сейчас якобы уже никого не завозят. Ну, не знаю, завозят, не завозят, нас, по крайней мере, не завозили. В общем-то, рекомендуем и рекомендуем Катюшу тур, потому что все было четко, все в рамках программы. Все обещанное они исполнили. Да, да, так что нам очень-очень понравилось, и спасибо вам большое, что вы нас свозили в Далат. Да. А на этом с вами прощаемся, пожелаем, как обычно, крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока-пока!